Беларусь готовится к республиканскому субботнику. Он пройдет 16 апреля. Кто-то будет в этот день на своих рабочих местах, а кто-то вместе с коллегами займется благоустройством и озеленением населенных пунктов, либо наведением порядка у памятных мест, в оздоровительных лагерях и лесных массивах. Наличие одновременно с республиканским субботником будет проведен и районный. Ежегодно наш город принимает участие в республиканском субботнике, в районном субботнике. Эту традицию мы проводим давно, поэтому, скажем так, мы к ней готовы и готовимся планомерно. До субботника мы в прошлые выходные во главе специального исполкома поработали на посадке леса. Мы посадили 4,5 гектара леса, принимали участие сотрудники исполнительного комитета от различных организаций. Эта акция заканчивается тоже в эту субботу. На субботник выйдут все структурные подразделения, все организации нашего города. Вот как пример приведу, скажем так, в районе Кургана будут работать и учащиеся 8 школы, и будут работать специалисты налоговой инспекции, будут работать наши представители РОВД, в районе нашего парка городского будут работать сотрудники МЧС, сотрудники Белтелекома, будут работать сотрудники представительства нашей страховой компании Белгосстраха, сотрудники санитарной службы. И так в радиусе каждых организаций все будут наводить порядки на своих территориях. Представители учреждений образования, представители управления образования, центра по обеспечению деятельности учреждений образования будут работать на базе наших лагерей. Это «Березка», «Спутник», «Солнышко». Сотрудники, скажем так, в главе с председателем исполкома будут работать на посадке аллеи кустарника по улице Кочана для благоустройства новых территорий. Поэтому, скажем так, все будут в пределе, абсолютно все будут принимать участие. И это, скажем так, не какая-то безаловка, это уже какой-то тренд и традиция. В рамках средств, заработанных на субботнике, мы обеспечим помощь ежегодную, как мы обеспечим эту помощь нашим оздоровительным лагерям. Вот. В этом году в рамках чествования героев Белоруссии, наших летчиков-героев, мы часть заработанных денег используем на изготовление памятных досок на домах, где проживали наши герои, для установления этих досок. Это тоже часть средств пойдет туда. Часть средств пойдет на проведение наших районных мероприятий, посвященных году исторической памяти, чествованию Победы Великой, чествованию, скажем, Дня Освобождения и Дня Единения наших стран. Поэтому, скажем так, все средства заработанные пойдут целевым образом. Они были определены исполнительным комитетом, согласованы, поэтому они пойдут в нуждах нашего региона.